конце нулевых на российском телевидении на канале СТС с большим успехом транслировалась передача «Снимите это немедленно» – шоу о преображении обычных женщин в стильных красавиц. Во многом популярности шоу способствовали ее ведущие – Таша Строгая и Наталья Стефаненко. Тогда яркая блондинка с модельной внешностью Наталья Стефаненко ради работы в России приехала из Италии, где она жила и работала на итальянском телевидении. Кроме того, послужной список Стефаненко насчитывал несколько ролей в кино и сериалах, а также шоу о смене имиджа. Стефаненко была лицом передачи «Топ-модель по-итальянски». В дальнейшем и на российском телевидении Наталье предложили вести передачу «Топ-модель по-русски». Но в последние годы харизматичная ведущая пропала с российских экранов. Чем она занимается сейчас и как сложилась ее личная жизнь, расскажу далее. Будущая звезда модельного бизнеса и телевидения родилась в 1971 году в Свердловской области. В детстве Наташа с удовольствием занималась плаванием и даже добилась неплохих успехов в данном виде спорта. После окончания школы девушка продолжила обучение в Московском институте стали и сплавов. Но будучи еще студенткой, Наталья случайно попала на конкурс красоты, устроенный одним из нью-йоркских дизайнеров в Москве. Девушка настолько впечатлила членов отборочной комиссии, что они предложили Стефаненко работу в США. Но она отказалась, так как нужно было защитить диплом. А когда Стефаненко окончила институт, в России случился кризис. И Наталья не пошла работать по специальности, а решила стать моделью. Русская красавица отправилась покорять Италию. В Милане были востребованы такие типажи, как Наташа Стефаненко. Со временем Наталья стала довольно успешной моделью. С русской красавицей хотели работать лучшие фотографы и дизайнеры Италии. А затем, как часто бывает, по воле случая Стефаненко попала на итальянское телевидение. Освоив итальянский язык, девушка стала вести различные телешоу в Италии. Наталья даже какое-то время снималась в итальянских сериалах и фильмах. Там же, в Италии, Наталья встретила и своего будущего мужа Луку Сабиони. На тот период времени он обучался в юридическом вузе, а в свободное время работал моделью. Пару лет влюбленные находились в гражданском браке, а в 1995 году они официально оформили свои отношения. В 2000 году Наталья родила дочь Александру. На сегодня Наталья Стефаненко продолжает успешно работать на итальянском телевидении и активно вести свои соцсети, где она не только рассказывает о своей жизни, но и делится наблюдениями, полезными советами и рекомендациями из разных сфер, кулинарными рецептами, работой со стилем и секретами красоты. Для итальянцев Наталья остается настоящей знаменитостью. Ее муж Лука занимается созданием модной одежды и обуви. Он является владельцем собственного бренда, который весьма популярен в европейских странах. В 2000 году супруги отметили серебряную свадьбу. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!